Девушка, почему? Сейчас затмение. Вы куда? Вы вообще... Бегом затмение смотреть, скорее, скорее. Мы здесь не увидим. Там что-то на небе сегодня будет происходить. Вы пойдете смотреть? Конечно. Вы что, совсем? Что совсем? Вы что, надо купить дискету, разобрать дискету. А вы продаете? Да, и смотреть через дискету на нее. Итак, сегодня во всем городе москвичи точно с ума посходили. У планетария ажиотаж. Глазеть на затмение бегут и дети, и взрослые. Число билетов ограничено, всем не хватает. Еще чуть-чуть, и начнутся звездные войны. Я хочу посмотреть на это событие чрезвычайное, да? И тут везде встречаю препятствия. И почему только в интернете можно записаться? Ну что это за идиотизм такой? Журналисты лезут без очереди, занимают удобные места. Специалисты любопытство подогревают. В следующий раз могу сказать, полное затмение в Москве и Московской области мы сможем с вами увидеть 16 октября в 10 часов 45 минут по московскому времени, внимание, в 2126 году. Еще минута и началось. Луна нашла на солнце. Все как в кино. Вот-вот луна, да? Да. Вот луна? Вот темная часть, это закрывается. Луна находится на диск солнца. И его начинает затмевать. Закрывать. Первый раз вообще вижу затмение. Вот так вот, чтобы прям четко. В обычных очках затмение не увидеть. Солнце слишком яркое. Народ приспосабливается как может. Кто толкается у телескопов, кто смотрит через спецочки. Самые оригинальные достали рентген-снимки. В тонкостях астрономии никто не разбирается. Просто интересно. Да, удалось увидеть. Сейчас солнце похоже на месяц Луны. Очень красиво. Да, правда, похоже на Луну. Для многих это не природное явление, а знамение. Верят, что что-то будет. Может, сейчас талант какой-то откроется. Может быть, откроется. Будем надеяться. Может быть, все болячки улетят, здоровье придет больше. Стихи писать начнете. Может быть. Экшен длился 2 часа. Луна затмила солнце почти на 60%. Конца света не случилось, но в некоторых головах что-то где-то перемкнуло. Одни начали видеть космические корабли, другие — странные объекты. Говорят, это временно. Через день отпустят. Людей не видел, там этот... Знаете, вот если... Ну, я не знаю, ваша камера, наверное, не покажет. Я увидел там как раз ту территорию, которую я купил. Насмотрелись на небо и даже услышали чьи-то голоса. Паш Мавриди, Артем Ласточкин, Новости Пятницы.